немного окунул в то самое военное время. Мне кажется, что они достойны овации. Молодым парнем он начал идти по передовой обороноспособности нашей страны. Да, можно было быть на передовой и на передней линии обороны, а он оказался далеко от передовой, но все, что он делал, помогало первой линии обороны. И вот мне вызывает чувство гордости за то, что он когда-то сидел здесь, в этом зале, что он точно так же, как и вы, приходил на вечера, что он точно так же, как и вы, ходил по аудитории, выходил в тот же буфет. Да, были другие занавески, да, были другие кресла, да, были другие совершенно музыкальные минуты. Но немного тех песен, которые он слушал, мы сейчас с вами и послушаем в исполнении молодых парней из хора «Русской армии».